Я Можная Мария Прокофьевна, председатель ТОС номер 2 села Новопавловка Белоглинского района. Я родилась и живу на Кубани, в селе Новопавловка Белоглинского района. Закончила здесь школу и поступила в Туапсинское дошкольное педучилище, где его и закончила. И всю жизнь, более 40 лет, я проработала в детском саду воспитателем. Я очень любила своих деток. И никогда, и ради них я все время работала. Группы были очень большие, по 35, по 40 деток, но я справлялась. После трудовой деятельности, после пенсии я стала работать в общественной организации. Меня избрали мои односельчане председателем ТОС. И я свою деятельность, после более 10 лет я уже работаю на этой должности и посвящаю свою профессию своим односельчанам. Я очень люблю свою профессию. И я хочу, чтобы наше село, наш край, наш район стал красивым, богатым, уютным. Ради этого я и работаю. За работу в ТОС награждена благодарностью губернатора Краснодарского края, памятными знаками законодательного собрания края за активное участие и памятным знаком Совета муниципальных образований, а также многочисленными грамотами главы нашего Белоглинского района и главы нашего поселения. Под девизом «Душу и сердце в работу ТОС вложи, добрыми делами всегда дорожи».